Кто-то мне пи... Ура, блядь! Семена кактуса! Питбуль 387, зачем ты мне показал эти семчухи? Объясни. Кстати, был у нас такой некромант Питбуль в нашем клане пару лет назад. Мы даже бились на... Даже не знаю, на КС или просто на аренах, не помню. Ну, не суть важно. Всем привет, видео вообще-то не об этом. Запоздалое видео о том, где взять баллы бога войны. Это избитая тема, многие уже знают, где что. Банда опять победила, ни хрена себе. Все знают, где и что брать, но мне недавно опять написал один парень. Не помню с каким ником, о том, чтобы я это дело снял. И этого видео у меня нет в списке, так сказать, видеотеки, поэтому надо этот недочет устранять для всех новичков. Так, что ж дальше-то сказать? Я же всегда во всех видео импровизирую, я прям вот сходу придумываю, что мне пиздануть для вас. Ну давайте начнем тогда. Баллы бога войны появляются после того, как... После последнего обновления. После того, как мы апаем 61 уровень. Нажимаем умение, вот пятая вкладочка, называется бог войны. Где их брать? Одно очко, пятачко, дают вам за то, что вы апаете по уровню. Начиная с 61 по 70. И вам за это дают 10 очков. Но, имея 10 очков, вы не сможете прокачать последний скилл, такие как кровавое пробуждение у варвара, например, да, и сияющая чешуя. У других персонажей идентичные скиллы, только у нас на силу и оборону, а у других на ловкость оборону и на интеллект оборону, и у некоторых подчинение оборону. Поэтому, чтобы вкачать последний скилл, вам обязательно нужно первые три очка, обязательно три очка, не два, не сколько-то там, минимум три, вложить в первую ветку скиллов. Либо жизнь, либо мана. Далее, 6 очков минимум вложить во вторую ветку скиллов, и потом только уже прокачивать третью ветку скиллу, самую лакомую. Но, когда вы все это вложите, у вас останется всего лишь одно очко, которое вы вложите в силу, да, например. И это все. И что же делать дальше? Где доставать очки? Так вот, очки дают за то, что вы делаете фиол. Если вы делаете пуху фиольную, вам дают сразу 20 камней бога войны. Видите, там написано камень бога войны 0 из 20 справа вверху. Когда вам дают, вы делаете фиол пуху, у вас будет написано камень бога войны 20 из 20. И вы нажимаете кнопочку обмен, которая сейчас неактивна. И эти 20 камней превращаются в одно очко бога войны, которое вы опять куда-то вложите. Одно очко у вас есть. Далее, если вы сделаете фиол любой остальной, любые фиолы, да, кроме пухи, это бижа и все виды брони, это будет вам давать каждый фиол по 10 очков камней бога войны. Пуха 20, а все остальное по 10. И поэтому, сделав 2 фиола дальше, да, у нас там получается 6 фиолов остается, да, это значит будет 6 фиолов, это еще плюс 3 очка бога войны. Это будет 60 камней бога войны, которые вы обменяете на 3 очка. И вы их начнете дальше прокачивать. То есть у вас еще вы заимели 4 очка плюс к тому, что у вас было. Но и этого недостаточно. Что же сделать дальше? А для этого, дорогие мои, у нас есть профа. Это вторая профессия, которую я заимел тоже пару лет назад, наверное. Ну, кто-то ее до сих пор не имеет. А кто-то имеет, но не качает, потому что аукцион у нас на высоких левелах закрыт. Что-то там еще у нас там закрыто, сделки какие-то, не помню, да. И многие профы не качают, чтобы этой профой можно было и на пауку полазить, и где-то сделочки провести. Но, тем не менее, если они прокачают, вы прокачаете профу также 61 по 70 уровень, вы получите босявый подгон. Это еще 10 очков бога войны. Не камней, а сразу очков. Это просто феноменальная прибавка. Это вообще просто крутая, бесплатная. Или вы за 7 фиолов получаете 4 очка, это потратив кучу баблища, баксов по 1000. А тут получаете сразу 10 очков.
которые вы дальше будете вкладывать. Поэтому профу надо качать. Но кто не прокачал профу, точнее не купил ее, раньше она стоила 40 тысяч алмазов, нужно было задонить. Я так полагаю, задонить либо разово, либо постепенно. И то бишь к випу так где-то пятому, предположим, я не буду говорить точно, у вас появляется кнопочка вот перевоплощения. Вот она у меня, видите, я вожу по экрану ля-ля-ля, тополя, сейчас на место поставлю, вот. Теперь мне тут недавно написали, и я вам хочу продемонстрировать, если сейчас найду. Кнопочка «Инфо». Нажимаю кнопочку «Инфо». Смотрите, что. Двойной класс. Раньше стоил 40 тысяч алмазов, теперь он стоит 200 тысяч, как на Америке. Я не знаю, давно ли это было поменено или что, но мне написали недавно. Видать и эту инфу поменяли буквально недавно, после того, как была новость о том, что наша компания меняется. Если уж они это поменяли, то может быть у нас и акции когда-нибудь после 26 числа будут какие-нибудь крутые, и какие-нибудь плюхи крутые, и все, что на Америке как было, так и тут будет. Вообще, почему мы все с Америкой сравниваем? Почему не с Китаем? Почему вообще приплели эту Америку? Я не знаю почему. Но тем не менее, если это правда, то... То есть, если это правда, то, что здесь написано, то уже не 40 тысяч алмазов вам нужно, а 200 тысяч на профу. А 200 тысяч алмазов это нужно даже у продавца, если вы купите. А сейчас алмазы будут очень дорого стоить. Там что-то у них какие-то проблемы, блядь, с поставками. Я не знаю. Я уже не покупаю какое-то время продолжительное. То вам придется потратить энную сумму денег. Такую, немаленькую. Задонить легально это вообще нереально. Можете даже не пытаться. Если 200 тысяч алмазов, где-то 1 к 4, это 50 тысяч рублей. За то, что вы сделаете вторую профу, да, значит, 15% от статов это будет у второй профы, вам дадут, значит, 100 тысяч красных алмазов, 7 единиц амуниции славы 40 уровня, ага, и 10 случайных выпавших единиц склада амуниции, и руны 3000 рун, и 10 карт случайных на 70-й фиол, которые вы будете копать. То есть вам может выпасть там один камешек брони, один камешек плеч, там, то есть и надо будет дособирать фиолы все равно. Вот такая делюга с профа. Если у вас нет профа, то вам будет проблематично приобрести, и вы не получите 10 очков баллов, блять, этого бога войны. В принципе, на этом видео можно заканчивать. Именно так баллы и появляются, фиолы и качание второй профы и качание основ. Но есть такая теория у меня, что если за каждый фиол дают баллы бога войны, а у нас еще много чего не прокачано, я предполагаю, что сделав вообще любой фиол, даже второй фиол для себя, либо одев профу фиол, можно еще получить. То есть, если вы объедините профу вторую фул фиол, это вам дадут еще 4 очка. Я так думаю, что за каждый вообще сделанный фиол, как таковой, вам будут давать камни бога. Если вам просто некуда девать деньги, и вы покупаете у барыг, вы можете клепать эти фиолы до тех пор, пока у вас не наберутся баллы, чтобы вкачать вообще все. Все, что можно. Ну, это половина здесь ненужных, как бы, статов, которые можно не прокачать. Такие мана, стойкость, например. Насчет остальных, вот эти вот рваные раны форта, как бы, такая, знаете, прибавочка никчемная. Ну, например, прокачать... Щит можно было бы, если бы я убрал с рваной раны, оставил там 6 очков минимум и положил щит, у меня было бы 5. То есть мне нужно было бы еще 5 очков. То бишь, одев full fuel профу, я мог бы качнуть главный вот этот вот скилл, который мне нужен, на 9 очков. Ну хер с ним, без одного очка, ничего страшного. И было бы 2 профы full fuel и прокачано нормально. Вот. Ну а если вы будете потом играть профой второй, это опять надо скидывать очки и на профу перекидывать. Видите? Короче, клепайте миллион фиолов, чтобы у вас было миллион очков, и вы вкачали все у себя и у профа. Вот так вот. Поняли меня, да? Все, я все сказал. Следующее видео я попробую снять... по Дискорду. Недавно тут парень написал, что в Дискорде можно пообщаться. Я вам объясню, что это такое, покажу, и вы поймете для себя, нужно это или нет. Давайте, удачи вам!